Дорогие мои юные друзья, пионеры и пионерки, уважаемые учителя и вожатые, я поздравляю вас с приемом прекрасной смены тех, кто только что на главной площади страны принял удивительную клятву на верность державе, лучшим традициям, и уверен, что вы эту клятву достойно пронесете через всю свою жизнь. Еще раз хочу, чтобы каждый из вас почувствовал, что вы стоите на Красной площади, главной площади страны, против древнего Кремля и Мавзолея. Чтобы вы поняли, что вы продолжаете дело тех дедов и прадедов, которые с брусчатки Красной площади 41-го, 7 ноября ушли защищать не только Москву, не только великую советскую страну, но и весь мир от фашизма. Чтобы вы почувствовали, что эта площадь принимала наших отцов и дедов-победителей, которые в мае 45-го держал победу, затем здесь продемонстрировали свою мощь и силу, свой патриотизм и мужество всему миру. Чтобы вы почувствовали, что именно на этой площади страна и мир встречала первого в мире космонавта Юрия Гагарина, который открыл космическую эру. Я хочу, чтобы вы ощутили, что все, кто перед вами совершил эти великие подвиги, был воспитан советской школой, пионерской организацией и комсомолом. Сегодня вы влились в этот удивительный отряд, в эту дружину, в этот бессмертный пионерско-комсомольский полк, который продолжит подвиг и дела нашего бессмертного полка, когда живые и мертвые, юные старики, ветераны, когда рядовые солдаты и генералы, став вместе по всей стране 9 мая, прошли многомиллионным маршем, подтверждая свою верность лучшим традициям нашей победе. Я уверен, что вы с честью пронесете свою клятву. Поздравляю! Добрый путь, мои Юлия и дорогие друзья!